Было собрание 6 мая. Было собрание. Приехала Ампилогова и председатель сельсовета. Задали вопросы. Она пообещала, что будет все. Потом с 6-го, сегодня у нас 26-е. 20 дней прошло, сдвигов никаких. Тут сказали, что будет эти доски 10 кубов. Будет своими силами будем ремонтировать. Мы согласны. Есть мужики, сделаем. Всем надо пользоваться завтраками, завтраками кормят. Уже прошло, 20 дней прошло, а мост у людей, скотина стоит. Что вы думаете по этому поводу? Почему проблема не решается? Да потому что никому мы не нужны, деревенские. Как они могут тут решаться? Они живут им хорошо. А вот так вот приедь, я хоть и на пенсии сам, тоже никого не держу, но все равно как-то болит душа. Не проехать, не пройти по нему. Привезите лес, мы его сами перекроем. Все, он разговаривал с ребятами, говорят. Это что, проблема, что ли? Было бы из чего делать. Люди страдают, скот уже стоит месяц. Хотя всегда 1 мая выгоняли уже на выпаса. Они паслись коровы. А сейчас они стоят, хоть дерево им грызи там дома в стайках этих загонах. У кого-то есть сено еще, и то, наверное, экономят. А у кого нету, я даже понятия не имею, что, как вот люди доят скота, и как она мучит у них, ревет, в этих в загонах стоит. И вот мы хотим обратиться, помогите нам, пожалуйста. Все мостом пользуются, но никому он не нужен, по-моему, кроме нас, жителей. Да и людям ни на кладбище не проехать, ни убраться, ничего. Покойника скоро не перевезем. Ну, вот так, не дай бог, кто-то помрет, и все.